пялочки лишние, все идеальное для создания истории в конце, которой, конечно, с учем нашу главному голову размажу. Неспешно сочинив это, решил записать, как за спиной осталось. А ну-ка, лишний, бери свои кривые бумаги, и можешь не начинать мне лохматить бабушку о том, что живешь по-настоящему, лишь когда сочиняешь фантастику. Откуда в доме моем это серьезный мужик в пижаке? Я из отдела мониторинга культуры явился тебе донести, но удобно вам в языке сравнительных оборотов о том, что твои писульки похожи на воду из пальца, вы сосуды пустую, вызывающую ржавчину на новом идеологическом фундаменте общества, который хоть как-то нацию скрепляет, а полу намеки на полу мы свойства личного фэнтези мирка, далеки от наших реалий жизни, людей воруешь внимание, а за отсутствие ключевых мотивировок я бы тебя лично стопал, нет, лучше стоматировок прописал, туда я буду держаться рабочих методик, и твой авторитет уничтожу в кругу интернет-сообществ. Например, расскажу, что вспоминаю, как в закате прекрасна Балтика, все так же платишь по два первых альбома доктора Албана. Это всего лишь фантастика, выдумки дела мальчика, угода реальности, практика без публика, которая меня, к сожалению, вызывает начала трафа. Это всего лишь фантастика, выдумки диванного мальчика, угода реальности, практика законом разрешенной, так же как алкашка. Солнце на закатную траекторию вышло, над лотопом зависший размазать меня, чтобы огонь еле слышно чертыхнулся, выпрямился, объяснив рабочему день закончил, тем не выход в сеть вырубила мой контор. Каски на бюрократии, из него тут же лень приятная просочилась. Он кабин из дипломата спроектировал, достал бокал вино, хотел пройти в окно. Представь, как эти высотки вверх взмывают даже и стол, и шире, чем у проспект позволяет. Но как полторы сотки, что даст укруг мне пять раз, каждая конура пять раз станет свободнее жить пять раз. Удлиниться диагональ плазмы стены, я в этом месте храбро парировал. Извините, дядника, но в фундаменте такого вашего плана лежит все наше фантастика. Пижак завозился, только нужно, чтобы границ насыщения не достигли наши люди. В противном случае разложение духа будет. Работик шевлов оттуда цветок по всему обрет, и тогда вложив вломились. А моля со скрипом навоплощали, а бабы наши рожали, хотя все жрали, как говорится, мы в общем отси добры равны были. А это возможно лишь... А это возможно лишь когда в себе ты. Потом что-то случилось и сделалось неинтересно, и стало скучно весь за отборками кап империи наше место. Так выпустив пар мой гость камень, не задремал, вытянув губки, как любутки. Спи, служивый, пусть тебе приснится уютный бар. Его слова не удивился, знаю, у старшаков как разъедца алкоголем панцирь чувствительности начинает биться, летопись того королевства, где прошло мое солнечное детство, хотя нам говорят про белоскоп. А мои воспоминания — это всего лишь ностальгия и кокетство. Это всего лишь фантастика.